Сегодня день российского студенчества, Татьянин день. Это праздник тех, кто хранит в душе огонь творчества, жажду знаний, поиска и открытий, кто имеет счастье проводить юность в аудиториях университетов, институтов, академий, в общении с мудрыми наставниками, профессорами и преподавателями. Теплые слова поздравлений студентам Калмыкии направил премьер республики Юрий Зайцев. Именно в годы учебы вырабатываются принципы и убеждения, закладываются основы будущих успехов. Сегодня вы постигаете премудрости науки и основы ее применения на практике, а завтра вы станете квалифицированными работниками и будете вносить свой вклад в развитие республики. Убежден, что упорство, принципиальность и трудолюбие студентов Калмыкии сыграют важную роль в решении многих проблем нашего общества, станут основой для дальнейшего процветания нашей замечательной республики, написал председатель правительства Юрий Зайцев.